Радио Болтком. Утро на Болткове. Всем еще раз здравствуйте, Олег Пек, Александр Шунин. С вами приближаются праздники и в дополнительные выходные на Рождество и на Новый год. Вроде бы так соблазнительно очень выглядят для тех, кто планировал, может быть, отправиться куда-то в поездки, отдохнуть. То есть всегда можно еще, взяв парочку дней вот, или отгулов, или выходных, или накопив там от пуска, устроить себе такие полноценные рождественские новогодние каникулы. Однако мы видим все время новости не очень оптимистичные. Все-таки набирает силу омикрон, вот версия коронавируса, и в Европе многие страны вводят более строгие даже ограничения. Вот о том, как, куда все-таки возможно отправиться, как отдохнуть, и как сейчас происходит работа у туроператора, конкретно туроператора Тест-тур Латвия. Мы попросили рассказать главу туроператора Тест-тур Латвия Константина Польгова, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Константин. Доброе утро. Слышно? Доброе утро. Да, слышно, все прекрасно. Отлично. Ну, наверное, действительно, начнем с того, насколько вот эти новые какие-то, новый фактор, который вмешался в вирус омикрон, вот затрудняет работу, что сейчас, какие изменения грядут? Да-да, Олег, доброе утро еще раз. Доброе утро. Вы знаете, пора подводить итоги года, а мы на самом деле еще боремся со всем старым, потому что вирус никуда не делся, и никто в 2020 году, в марте, не мог представить, что это все затянется. Практически в марте исполнится 3 года. Поэтому мы надеялись, что это все будет очень краткосрочно, на несколько недель, может быть, как-то перегруппируемся, посмотрим, что можно сделать для того, чтобы перенаправить потоки. Ни один человек, думаю, из индустрии, ну, вообще, конечно, вообще никто не мог представить, что все это затянется на такой длительный срок. К сожалению, действительно, индустрия туризма, авиации, транспорта и гостеприимства, как мы ее называем, ну, туда входят рестораны, гостиницы, те, кто обслуживают мероприятия, конечно, оказались под настоящим ударом, и до сих пор никто не вышел. Поэтому хотелось бы подвести итоги под этим чертовым ковидом, но, к сожалению, действительно, каждую неделю приходит что-то новое, мы вынуждены на это реагировать, и, по большому счету, уже привыкли, это уже такое перманентное наше состояние. Единственное, что очень трудно планировать и очень трудно объяснять, вот как сейчас объяснять, что делать туристам, как отправиться в путешествие более безопасно, что предусмотреть, и как сделать так, чтобы вернуться вовремя и не застрять где-то за границей, потому что правила действительно меняются каждый день. Говорить сейчас про омикрон, наверное, сложно, потому что у вас вчера, я слышал, специалисты выступали, они более точно говорили с медицинской и биологической точки зрения. И говорить, как он будет себя вести в перспективе, очень сложно. Но те, кто отправляется за границу, конечно, хотелось бы дать некоторые советы и сказать о том, что наш СПКЦ и Министерство иностранных дел вовремя реагируют на все ограничения, которые вводят не только Латвия, но и другие страны, для того, чтобы люди своевременно смогли подготовиться к путешествию. А подготовка к путешествию сейчас заключается, помимо сбора чемодана и проверки всех документов, это касается в первую очередь сертификатов о вакцинировании, если турист отправляется в европейскую страну. И тоже, но там тоже есть нюансы. Или обязательный коронатест, ПЦР-тест или другие тесты, которые предъявляются к туристам в те страны, куда они отправляются. И вообще все правила, которые необходимо знать. Очень много сейчас ограничений или, так скажем, нюансов, которые турист может не знать перед вылетом. К сожалению, это так. Где лучше выяснять эти нюансы? Где наводить справки? Ну, на самом деле, знаете, вот у меня должна была быть одна поездка, и в пятницу вечером страна объявила, куда я собирался лететь, о том, что в пятницу вечером, да, а самолет в понедельник, то есть остается суббота-воскресенье. Страна европейская, Евросоюза одна из, ну, просто не будем, ну, окей, Австрия, объявила о том, что они теперь пускают иностранных туристов, только тех, у кого есть 3 прививки, и которые занесены в сертификат. И если у человека нет 3 прививок, а есть только 2 прививки, то необходимо делать ПЦР-тест. Если нет ПЦР-теста, тогда немедленный карантин,
с возможностью проверки и прервать карантин через 5 дней, если это лабораторно будет предупреждено. Кстати, это вообще-то только касается одной страны, причем страны Евросоюза, которая, в принципе, может быть или должна быть, или все ожидают, что достаточно похожая ситуация может быть, ну, как в Латвии и других странах. Поэтому каждая страна вводит самостоятельно. Лучше всего отправляться... Вы знаете, даже, я думаю, даже в посольство вы не найдете. Вот вы собираетесь, например, в Ирландию ехать или куда-то. Вы можете, конечно, позвонить в посольство, вам скажут текущее состояние, но никто вам точно не ответит, что будет происходить в ближайшие несколько дней. Безопасность. Ну, я каждый раз говорю, это уже похоже на мантру какую-то, что на данный момент, если вы путешествуете с семьей, я бы рекомендовал обратиться в любое туристическое агентство. Потому что люди, которые там сидят, они хотя бы контролируют все, что есть на данный момент, и следят за теми странами, с которыми они работают. Они не будут вас отправлять туда, куда не знают, как вас, ну, как вас вернуть, и вообще они будут с вами на связи. Если вы поедете самостоятельно, конечно, все самостоятельные вопросы будете решать, если вдруг возникнет такая необходимость на месте уже там. Это первое. Ну и, конечно, не лишнее будет напомнить об обязательной страховке путешествия. Ну, то есть отправляться... Ну, это тоже, это уже, я не знаю, это, может быть, компиляцию выступлений можно будет сделать когда-нибудь. Это обязательная вещь. Это уже... Ну, практика показывает, что каждый никогда не лишнее напомнить о таких вещах. Просто глупо отправляться без страховки. Это просто глупость. Она не такая дорогая. Страховые компании сейчас стараются страховать даже некоторые риски, связанные с ковидом. Не все, конечно, но тем не менее. Но это надо сделать. Страховка может стоить, в зависимости от возрастной группы туриста, от 50 евроцентов в день до, ну, там, может быть, до нескольких евро в день. В зависимости, еще раз, от того, что вы хотите включить, горные лыжи или какие-то опасные спортивные мероприятия, или просто прогулки по городу, тогда это совсем дешево. Без них не отправляйтесь в путешествие ни в коем случае. Константин, может быть, действительно, подводя вот уже итоги года, что, каким этот год был для конкретно вашей компании и вообще вот для индустрии вот, туризма в целом, и чего вы ждете уже от года следующего? Ну, я своим коллегам сегодня говорил, потому что Тестер является членом ассоциации туристических агентств и операторов, и вся индустрия, и ассоциация, конечно, это ежедневная... Ожидание того, что в 2022 году, конечно, год будет, ну, более легким, может быть, более простым, и многие вопросы решатся, связанные с ограничениями путешествий, потому что мы завязаны только с этим, когда закрывается аэропорт, когда есть ограничения на приезд сюда туристов, которые не могут заселиться в отели, отели без туристов не могут выжить им даже за тепло, нечем немногим платить, к сожалению. Некоторые компании уходят с рынка, в основном это касается маленьких игроков, потому что маленькие игроки – это в основном семейный бизнес, и такую нагрузку и административную, и финансовую, которая сейчас есть в течение 2 лет, выдержать очень непросто. Большим игрокам намного проще, потому что у них есть диверсификация бизнеса, они могут себе позволить работать в долгую и инвестировать и в персонал, и в развитие, и дожидаться в том числе ухода конкурентов, инвестировать в это, предлагая интересные продукты, а маленьким очень сложно. Поэтому ассоциация в том числе надеется на то, что, конечно, правительство будет прислушиваться к тому, что у нас происходит. Думаю, что в Министерстве экономики есть люди, которые знают, что происходит в индустрии туризма. Они не каждый день занимаются этим. Но по большому счету очень важно следующие несколько, 3-4 года, потому что будут потрачены очень большие финансовые ресурсы на то, чтобы удержать компании, на то, чтобы инвестировать в новые направления, и нам нужно просто хорошо поработать. Нам даже поддержка многим из индустрии была только нужна временно. В данном случае открытие границ и нормальный распорядок работы всех узлов транспорта в Европе было бы большим-большим облегчением. Вот это мы ждем. Ну а сам год 2021 не был таким фантастически плохим. Он, конечно, не был прям очень удачным, но он и не был таким полной остановкой. Мы работали активно, мы использовали любую возможность для того, чтобы перевести туристов. Десятки тысяч туристов улетели, всех вернули. Думаю, что выиграли те, которые покупали вперед, потому что стоимость топлива в мире сейчас растет. Если вы знаете, в том числе цены спотовые на газ в Европе на вчерашний день, на бирже, да, вы знаете стоимость, наверное. Поэтому все, что платим сейчас, это намного дороже. Никаких чудес нет.
В этом отношении, конечно, нужно планировать заранее, потому что тогда, когда Европа откроется, все хлынут на массовые курорты, и вот цены начнут расти уже не из-за того, что топливо высокое, а из-за того, что будет огромный спрос. Ну а как на стоимости путешествий отразится стоимость топлива, и имеет ли смысл сейчас уже планировать путешествие на весну и лето? Но это, еще раз, те, кто планирует заранее, они ничего не теряют, потому что никто из игроков не собирает деньги, я имею в виду из туристических компаний. Вы хотите улететь в октябре следующего года, заплатить сейчас, такого же нет. Там есть минимальная сумма, у кого-то 30 евро, у кого-то 5%, поэтому это просто фиксация ваших желаний, чтобы вы просто не забыли о том, что вы собираетесь ехать. И оплата происходит за 2 недели до вылета, поэтому тут никаких финансовых таких рисков не существует. Очень важно просто запланировать свой отпуск. Но те, кто работают в государственных структурах, тех, у кого работодатели строго за этим следят, для них важно иметь четкое представление, когда они едут, и они хотят вписаться в то, что они получат через несколько месяцев. Я надеюсь, что планируемая выставка «Балтур», которая будет с 4 по 6 февраля, во всяком случае, планируется, очень многим поможет определиться с выбором и сделать такое умное решение и посмотреть вообще, кто жив, кто не жив, кто себя как чувствует, кто работает на рынке, кто виртуально только присутствует. То есть в этом отношении выставка, которую мы ожидаем и которая, к сожалению, не была проведена в прошлом году, по-моему, впервые за всю историю, состоится с 4 по 6 февраля, и вот туда нужно прийти, еще раз посмотреть, те, кто собираются ехать. И мы на месте, на самом деле. Жалко, что 2021 год не реализовал все наши задумки, но, тем не менее, есть страны, в которых многие компании чувствуют себя очень хорошо. Например, Тестур в Греции чувствует себя великолепно, является лидером среди всех европейских туристических операторов. Поэтому те возможности, которые есть у нас в Греции, они неумолимы. И мы можем предложить много лучше. Что касается Турции, туда летают практически все операторы, которые здесь есть. Ничего нового на рынке не происходит. Предлагаются те же самые направления, те же самые гостиницы, все одно и то же. Но, тем не менее, это любимое направление. Думаю, что многое скажет в своих предложениях на летний сезон национальная авиакомпания. В связи с тем, что трафик... бизнес-путешествия, это не бизнес-путешествия, а бизнес-поездок, которые были в предыдущие годы, он, к сожалению или к радости, по факту, он уже никогда не будет таким. Во-первых, потому что все поняли, что работая в цифре уже намного эффективнее можно и более экономно. Очень многие компании сократили персонал и действительно инвестировали не в живых, менеджеров, да, а в технологии для того, чтобы все процессы не останавливались и работались в цифре. И авиакомпаниям некуда девать свои, упрощая, простым языком говорю, некуда девать свои самолеты, им нужно занимать их постоянными полетами, экипажи должны летать, самолеты должны быть обслужены, лизинговые ставки самолетов должны быть уплачены, особенно если самолетов много. Единственная возможность, куда авиакомпании должны летать, это направление туристические направления. Они, как ни странно, те, кто ожидал, те выиграли, конечно, и те, кто планировал, они первые реанимировались, они первые встали под большое крыло, и количество туристических направлений у многих авиакомпаний, не только в AirBaltic, но и у многих европейских компаний, сейчас значительно превышают те объемы, которые были раньше. Эта тенденция сохранится. Поэтому предложений на рынке будет очень много. Я думаю, что очень важно их закрепить и посмотреть, как я сказал, на выставке, которая планируется с 4 по 6 число февраля следующего года. Напомню, мы беседуем с главой туроператора Тестур Латвия Константином Польговым. Что касается зимних путешествий, все эти горные снежные радости раскуплены, не раскуплены? Или осторожный оптимизм? Да, лыжники, они такой народ самостоятельный. Я говорю про горные лыжи, те, кто исторически катается в горах, в Альпах, как правило, в массовом сегменте это Альпы. Они достаточно самостоятельно, не знают все, что происходит. Думаю, что наши советы им не очень нужны, но для контроля могу сказать, что массовые, самые главные направления, такие как Италия и Австрия, конечно, очень внимательно следят все, что происходит сейчас с эпидемиями, с эпидемиологическими, вернее, ограничениями.
Очень много ограничений было в Австрии, они остаются, хотя снимаются постепенно, но это в первую очередь касается самих подъемников, которые расположены на курортах. Например, в прошлом году некоторые подъемники работали только для местных жителей, и для туристов они были закрыты. Во-первых, потому что это были ограничения национального характера, во-вторых, не было инструменты контроля вакцинированных, невакцинированных. Вообще процесса вакцинации не было, и не было возможности контролировать развитие вообще всей этой пандемии. Поэтому все это было сделано. Сейчас многие курорты, конечно, там не ставят заборы, и там в горы никто не пускает. Нет, не так все. Это все связано со скипасами, которые продаются на сами подъемники. И если у вас нет определенных документов или страна вводит определенные ограничения, вы просто не сможете купить сервис и будете жить в шале или в гостинице, но без катания на лыжах, ну или так, чистые прогулки. В этом отношении, конечно, местным бизнесменам, которые предлагают горные склоны в Латвии, повезло, тем более с такой погодой, как сегодня, думаю, что на Рождество все будет забито, если, опять же, кстати говоря, не знаю, наши правила позволяют кататься на лыжах или нет у нас в стране. Вот это я не уточнил. Все-таки занимаемся международным туризмом. Но тем не менее, если это разрешено, конечно, горнолыжный спрос очень большой, и он и будет реализован в той или иной степени в любом случае. Или в странах самых популярных, как я сказал, Швейцария, Франция, Италия, Австрия, ну и те, кто не имеет такой возможности, конечно, все возможности будут находиться здесь, в Латвии. Я помню, что, по-моему, как раз-таки вот эпидемия коронавируса в какой-то момент началась вот с горнолыжного курорта, где были вот, ну, большие вечеринки, и как раз кто-то из Китая, поехав, отправившись сразу же на вот эти курорты, как раз-таки это привело к вспышке вот в Италии, когда все туристы после зимнего курорта приехали, вернулись в Италию. Да, это именно Италия была, да, регион. Ну, я могу ошибиться, что, возможно, это Бурмио или Виньо, может быть, мне кажется, там. Ну, во всяком случае, такая фиксация была, может быть, немножко ошибаюсь. Да, это связано с тем, что, ну, традиционно, еще раз, лыжники все это знают, после катания на лыжах происходит такая не процедура, а тусовка, неудобно говорить. Ну, в общем, такой апрески, это лыжники возвращаются и начинают отдыхать более активно с теми напитками, которые нельзя пить во время горнолыжных спусков. Да? Это традиционно историческая и вообще невозможно пропускаемая какая-то такая история. Да, и это большое столпотворение людей, которые касаются буквально близко-близко, как на пьяной дискотеке, и все это может распространяться очень быстро. Италия для многих стала в Европе первой точкой, откуда мы зафиксировали, ну, во всяком случае. Кстати, за время нашей беседы я покопался, уточнил, да, горы в Латвии работают, тот же самый Рекстук, он открыт. И... Ну, супер, супер, супер. Некоторые, сейчас я начинаю вспоминать про горы, ну, не вспоминать, информации очень много, что некоторые, как я сказал, подъемники будут работать только при наличии каких-то документов, но, опять же, варианты, связанные с проведением вот этих апрески, вот этих вечерние тусовки, они будут запрещены или разрешены только до определенного количества. Почему, говорят, нельзя там до 9 или до 12? Почему это делать нельзя? Почему можно до 8, а нельзя там до часу ночи? Просто из-за большого скопления людей, чтобы люди не скапливались, не было возможности подвергать риску тех, кто не вакцинирован или приговорят очень заразным омикроном. Потому что чем больше людей, чем дольше тусовка, тем больше риска, что все слишком расслабятся. Но, к сожалению, да, к сожалению, так. Это касается всех и туристов, которые находятся в аэропортах. Сейчас аэропорты не узнают. Те, кто летает сейчас за границу, используют транзитные аэропорты как транзитные хабы. Они понимают, что аэропорты совсем не похожи друг на друга, так как это было раньше. Очень много ограничений, очень много сервисов закрыто, не работает. Конечно, не тот порядок самолетов и возможностей для стыковочных рейсов. Пока все очень так, все, как сказать, все работает, но очень, очень неярко, я бы сказал. Вот мы надеемся, что эта скорость включится в 2022 году для всех. Выиграют туристы, безусловно, потому что будут большие предложения. Те, кто работают в бизнесе, захотят реализовывать свои планы. Думаю, что цена будет иметь значение, безусловно, но есть очень большая категория людей, которые хотят качества, которые не согласны лететь на самолетах, я не буду говорить каких,
ну, такими с антивандальными креслами, а хотят все-таки классическую авиакомпанию, где предлагается хотя бы минимальный набор сервиса и готовы за это платить, ну, какие-то там 20-30 евро больше. Вот перераспределение рынка произойдет безусловно. Как я сказал, цена будет иметь значение, но очень важно. Как мы сейчас понимаем, люди хотят стопроцентную гарантию, они хотят качества, они хотят гарантированно вернуться домой. И если что-то будет происходить на курортах, чтобы кто-то за них позаботился. Потому что многие не имеют финансовых возможностей лечиться за границей, не дай бог. Кто-то не владеет языком, кто-то не сделал страховку. Это такие будни, которые сейчас есть. Но, тем не менее, отрасль жива, и я очень хотел бы воспользоваться случаем коллег поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Сказать, что они большие молодцы и выдержали невероятный пресс и проверили свои команды, смогли расставить многие точки над «и», кто-то избавился от иллюзии, кто-то приобрел опыт. Так что все-таки можно сказать, что 2021 год был не зря потрачен на работу, связанную с туризмом. Не зря прожит. Что же, огромное спасибо. Константин Польгов, глава туроператора Тест-Тур Латвии, был с нами на связи. Мы тоже желаем вам всего наилучшего в наступающем году. Больше путешествий, больше клиентов. И нам всем, как вашим клиентам потенциальным и уже реализованным, больше возможностей и больше радости. Спасибо. Хорошего дня. У нас небольшая пауза, после которой мы, разумеется, продолжим утро на Болткоме.